Пожалуй, такой ажиотаж и скопление людей во дворе Михановичевской школы можно наблюдать только 1 сентября. Но в этот день ребята одеты не в школьную форму, а в футбольную. И основные действия разворачиваются на стадионе. Там между собой соревнуются еще совсем юные спортсмены. А рядом с самим зданием школы можно увидеть футболистов Ислачи. С ними Виталий Жуковский. Миханович и его родина, поэтому к приездам сюда рулевой Ислачи относится с трепетом. Приятные чувства такие, даже легкого мандража, наверное. Все-таки, наверное, мечты сбываются. И в этом роде, наверное, мне повезло в жизни, что вот я привез эту команду. И что даже с погодой повезло. Так что, ну, ребята, всех рад видеть. И родственников, и учителей, которые меня здесь обучали. Многому в жизни показали. Так что я очень рад. Этот школьный стадион особенно дорог Виталию Леонидовичу. Когда-то здесь он, еще будучи школьником, сдавал нормативы по физкультуре. Самого Жуковского в школе помнят. И педагоги с улыбкой вспоминают своего ученика. Вы знаете, я хочу сказать, что в школе, когда он учился, это, ну, человек был неординарный. Ну, не сказать, чтобы он сильно хорошо учился, но как спортсмен, как человек великолепно. Конечно, гоняло его по школе, он отполировал, можно сказать, все подоконники. Но, конечно, футбол на первом месте у него всегда. Я очень рад, что именно этот человек сегодня вот привозит такую команду, значимую команду. Гордятся своим земляком и местные жители. Еще бы, парень, который когда-то жил по соседству, сейчас возглавляет команду высшей лиги чемпионата страны. Достижение впечатляет. Да он тут просто бог, если честно. Он у нас тренером был, когда Минский район тренировал. То есть его все просто уважают как человека, как игрока бывшего. К слову, в Михановичи приехал основной состав Ислачи. Естественно, для местных это праздник. Во многом из-за фигуры главного тренера отношение к этому клубу тут особенное. Футболисты раздавали автографы, потом они же награждали участников детского турнира. Сама школа от Федерации футбола в подарок получила футбольные мячи для воспитания новых именитых спортсменов. Насколько я знаю, эта акция, ну, уже не в первый год проходит. И я помню, еще в своем детстве ее застал. Всегда было очень круто собраться с друзьями, поиграть в футбол. Причем, ну вот если Ислач приехала в Михановичи сюда, да, посмотрите, много людей пришло. И видно, что людям интересно. Просто так они бы сюда на стадион не пришли. И я думаю, что, ну, вот многие ребята, которые сейчас занимаются здесь футболом, понятно, что они мечтают играть. Но вот после таких событий у них еще больше будет желания заниматься этим видом спорта и стать профессиональным игроком. У меня идея это давно вынашивалась, я ее просто реализовал именно, можно сказать, в этот день и с помощью, наверное, и людей, которые тоже помогли, тот же пресс-бол, Владимир Петрович Бережков, благодарен ему, что пошел навстречу, как бы и помогли с подарками и так далее. Естественно, самым ожидаемым событием дня стал матч команды Михановичей против Ислачи. Большая часть зрителей болела за местных парней, Виталий Жуковский не стал исключением. За кого болеете, за Михановича или за свою команду? Ну, больше, наверное, все-таки за Михановича. Это единственный случай, который за 6 лет моей работы. Несмотря на поддержку своих, команда Михановича проиграла. На дубль Валерия Цыганенко местные ответили только одним голом. Впрочем, этот факт никак не подпортил настроение зрителям. Они выглядели довольными. И глядя на происходящее, складывается ощущение, что если бы стадион Ислачи находился в Михановичах, он бы заполнялся бы куда лучше.